Этот чемодан просто неподъемный, а я так устала. Неужели никто мне не поможет? Мне нужен ключ. Иду, иду. Здравствуйте. Добрый день, мэм. Я бы хотела получить комнату. Моя компания должна была заказать для меня номер. Я Кейт Уолкер из Марса на Лармонт. Разумеется, мисс Уолкер. Для вас приготовлен 6-й номер на 2-м этаже. Спасибо. Вы не могли бы мне помочь с багажом? Пожалуйста, простите меня, мисс Уолкер. Гости у нас в последнее время так редкие, что мы скоро совсем разучимся их принимать. Так вы та самая гостья из Америки? Это правда, что у нас поговаривают? Вы в самом деле приехали, чтобы купить фабрику? Не фабрика. Дом Анны. Дом Ганса. Что ты сказал? Да успокойся же, наконец, мерзкий мальчишка. Наш городок, должно быть, разочаровал вас. Видите ли, мисс Уолкер, сегодня у нас горестный день. Сегодня похороны мисс Анны. Момо грустный. Только Ганс не мертвый. Ганс далеко. Анна так говорит. Анна любит Момо. Очень-очень. Хватит, Момо. Прекрати надоедать, леди. Проваливай отсюда, слышишь? О чем я? А, да, мисс Анна. Такая потеря для Владилены. Она скончалась, и теперь фабрика закроется. Но ведь вы приехали как раз для того, чтобы не допустить этого, верно? Наше будущее в ваших руках, мисс Уолкер. Как Анна Фаральберг умерла? Вот ваша комната, мисс Уолкер. Надеюсь, она вам понравится. Я вас пока оставлю. Отдыхайте. У вас впереди много работы. Вы знаете, продажа фабрики – это для нас очень радостное известие. Если бы вам только довелось видеть Владилену раньше. Это был чудесный город. Люди съезжались со всего света, чтобы купить наши автоматы. А, кто-то оставил для вас письмо. Ну что же, мисс Уолкер, если вам что-нибудь понадобится, вы знаете, где нас найти. Это мне сейчас не нужно. Нужно рассказать Марсону о смерти мисс Фаральберг. Надеюсь, это дело не усложнит. Мне не терпится вернуться домой. Там мне нечего делать.
компания Марсон и Лармонт. Здравствуйте. Это Кейт Уолкер. Соедините меня, пожалуйста, с мистером Марсоном. Минуточку. Алло, Кейт? Ну, рассказывайте, как там у вас дела. Я только что приехала во Владилену, мистер Марсон. К сожалению, тут возникла небольшая проблема. Мисс Форайберг скончалась. Действительно, очень жаль. Но мы предвидели и эту печальную возможность. К тому же у нее ведь нет наследников. Да, это так. Но что мне теперь? Так в чем проблема, Кейт? Идите к нотариусу. Секретарша вам сейчас вышлет факс с его адресом и рекомендательным письмом. Хорошо, мистер Марсон. Отлично, Кейт. Держите меня в курсе, окей? Я только... Ух. Там мне нечего делать. Ну вот, я снова здесь. Мисс Уолкер. Мне так нравятся эти маленькие роботы. Их здесь, похоже, тысячи. О, пожалуйста, выражайтесь аккуратнее. Автоматы Форайбергов – это вовсе не роботы. Если вы хотите, чтобы к вам здесь хорошо относились, никогда не произносите это слово. Хорошо. А в чем разница между автоматом и роботом? Ну, честно говоря, никто не знает. А вы сами знали Анну Форайберг? Разумеется. Ну, правда, не лично. Это была чудесная женщина. Все здесь любили ее. Пусть земля ей будет пухом. А что за мальчик тут рисовал за столом? Ваш сын? Нет, нет, упаси Господь, вовсе нет. О-хо-хо, это вовсе не хулиган какой-нибудь, вы не думайте. Просто у него немного не все дома. А как он связан с Анной Форайберг? Момо у нас вроде местного дурачка, и Анна взяла его под крылышко. Должно быть, он напоминал ей брата. Ну и рыбак рыбака видит издалека, верно? Вы хотите сказать, что у Анны Форайберг тоже было не все в порядке? Боже упаси, нет! Нет-нет, конечно нет! Просто она была очень одинока, замкнута, вот и все. Тот мальчик, что сидел здесь, говорил о каком-то Гансе. Вы не знаете, кто это? Момо говорил о Гансе Форайберге, младшем брате мисс Анны. Но он давно умер. Никто здесь никогда не видел его. Боюсь, мне опять нужна ваша помощь. Вы уже покидаете нас, мисс Уолкер? Принести ваш чемодан? Нет, нет, пока нет. Мне только нужно... Мы бы с радостью помогли вам, мисс Уолкер, но представьте, что случится, если зазвонит телефон или придет факс. А если заглянет клиент? Мы здесь трудимся, не разгибаясь. Простите, мисс, но... Все в порядке, ничего страшного. Скажите, на мое имя не приходило факса? Может быть. Я, кажется, слышал телефонный звонок. Может быть, стоит пойти проверить? Разумеется, мэм. Сию минуту. Благодарю. Спасибо. Всегда к вашим услугам. Не подскажете, где мне найти местного нотариуса? Его фамилия Альфольтер, если не ошибаюсь. У нас здесь только один нотариус, и его дом легко узнать. Мимо не пройдете.
Пойду прогуляюсь по Володелине. До свидания. Как вам будет угодно, мисс. Там мне нечего делать. Здравствуйте, вы открыты? Можно у вас купить пару булочек? Боюсь, что нет. Магазин закрыт. Я могу подождать. Да, конечно. Но мы будем закрыты весь день. Сегодня у нас траур. Простите, примите мои соболезнования. Пожалуйста. Это все из-за кончины мадам Форальберг. Все магазины закрыты, указ мэра, знаете ли. Заходите завтра. Завтра меня здесь уже не будет. Что ж, очень жаль. Там мне нечего делать. Там мне нечего делать. Эта штуковина застряла. Если эта штука вообще работает, в ней явно чего-то не хватает. Сначала нужно поговорить с нотариусом. Добрый день, сэр. Мисс Уолкер, полагаю. Как добрались?
Все в порядке, спасибо. Садитесь, мисс Уолкер, прошу вас. Там мне нечего делать. Думаю, вы знаете, зачем я здесь. Ну, разумеется, я ждал вас. Вам не кажется подозрительным, что мадам Форальберг скончалась так неожиданно? Откровенно говоря, ее смерть застала нас врасплох. Она была полна жизни. Ужасно жаль, что я ее не застала. Анна Форальберг была для меня не только постоянной и уважаемой клиенткой, но и близким другом. У вас при входе стоит такой чудесный автомат. Я им очень горжусь. А с тех пор, как у меня начались проблемы со здоровьем, мне без него и вовсе никак. Да-да, он просто незаменим. Да, это была идея Анны Форальберг. Она многим поставляет такие машины. В гостинице я видела мальчика, Мому. Мне сказали, что он не совсем здоров. Так вот, здоров он или нет, но он рассказывал мне о человеке по имени Ганс, о брате мадам Форальберг, насколько я поняла. Он говорит, что Ганс жив. Что вы думаете по этому поводу? Давайте не будем забегать вперед, мисс Уолкер. Вы обо всем узнаете в свое время, уверяю вас. Вам доводилось встречать Ганса Форальберга, брат Анны? У меня сохранилось о нем несколько отрывочных воспоминаний, не более того. Я был очень молод тогда. Не могли бы мы вернуться к этому вопросу несколько позже? Что ж, мадам Форальберг, увы, больше нет с нами, но я надеюсь, контракт можете подписать вы? Боюсь, мне придется вас разочаровать, мисс Уолкер. Я мало чем смогу вам помочь. Я уполномоченный представитель компании «Игрушки по всему свету». Я отвечаю за... Да-да-да, мне это известно, мисс Уолкер. Мисс Уолкер... Я боюсь, что дела с продажей фабрики Форальбергов обстоят не так просто, как казалось на первый взгляд. Очень интересно. Но ведь все условия уже обсуждались 10 раз. Мы получили согласие мадам Форальберг, и ее смерть ничего не меняет. Послушайте, месье Альфольтер. Послезавтра мне нужно возвращаться в Нью-Йорк. И моему клиенту, и мне самой не терпится уладить все формальности. Я понимаю, понимаю, прекрасно понимаю, мисс Уолкер, прекрасно понимаю. Дело в том, что у мадам есть наследник. Что? Наследник? Но мадам Форальберг никогда не была замужем. И когда мы разговаривали в последний раз, она не упоминала об этой детали. Мисс Уолкер, поверьте, я был удивлен не меньше вашего. За 2 дня до смерти Анна Форальберг прислала мне письмо. Понимаете, мисс Уолкер, узнай я об этом раньше, я бы непременно вам сообщил. С вашего позволения, я зачитаю несколько строк. В последние дни я чувствую, что жизнь оставляет меня быстрее, чем я могла ожидать. Боюсь, что мне придется покинуть этот мир, так и не подписав договор о продаже моей драгоценной фабрики. Поэтому я вынужден сделать это признание сейчас. Мой брат Ганс жив. Да. Не удивлюсь, если вам будет трудно в это поверить, но это истинная правда. Вам должна быть памятна его кончина и последующие похороны, несмотря на то, что в те времена вы были совсем молоды. Все это было ничем иным, как постыдной выдумкой нашего отца. Для него сама мысль о том, что его единственный сын может пожелать покинуть Владилену и оставить семейный бизнес, была невыносимой. Когда Ганс уехал, отец предпочел считать его умершим и заставил окружающих поверить в это. Меня он заставил хранить эту ужасную историю в тайне. Повторяю, Ганс все еще жив.
Таким образом, после моей смерти он станет единственным и полноправным наследником фабрики. Я поняла. Поскольку Ганс Форальберг жив, подписать контракт должен он. Я полагаю, вы уже связались с ним? Где мне его найти? Во второй половине письма говорится, что Ганс Форальберг находится где-то в Сибири. Я оставляю письмо вам. Ознакомьтесь с ним на досуге. И больше Анна Форальберг ничего не сообщила? К сожалению, нет, мисс Уолкер. Я рассказал вам все, что знаю сам. Собственно, с юридической точки зрения ситуация ясна. Если вы хотите заключить сделку, вам придется найти Ганса Форальберга. Иными словами, мы имеем тело на городском кладбище и призрак, блуждающий по сибирской тайге. Похоже, у вас прибавилось работы. Поверьте, мисс Уолкер, я действительно крайне сожалею об этой задержке. Великолепно. И что же мне теперь делать? Возможно, вам удастся узнать больше из архивов фабрики и Форальбергов. Ключ приемный. Моя же роль в этом деле ограничивается чтением этого письма. А теперь, если вы не возражаете, я хотел бы отдохнуть. Видите ли, мисс Уолкер, у меня... проблемы со здоровьем, и доктор запрещает мне перенапрягаться. Пожалуйста, не забудьте закрыть дверь, когда будете уходить. До свидания, сэр.